Добрый день, я Антон Батов, акварелист. Последние 8 лет я пишу только акварелью, мне это очень нравится. И сегодня я хочу поделиться содержимым своего пенала для кисточек. Этот пенал я беру на пленэр, он бывал со мной в разных поездках и за рубежом, и по стране. Выдержали эти кисти много разных испытаний, я их терял в траве, находил. Они падали и скользили по камням, поэтому краска у них такая потрепанная, но при этом эти кисточки, они уже проверены, я полностью знаю, как я могу ими пользоваться. Это очень важно. Так, в пенале не умещаются, но лежат и занимают самое важное место. Три козьих кисточки – это маленькие флейцы с тонкими ручками. Они компактные, они очень хорошо ведут себя в поездках, потому что каждый лишний сантиметр длины ручки, каждый практически там 10-20 граммов, они могут оказаться решающими. Это у нас кисть серии Посейдон. Это коза. У них точно такой же пучок волосяной, как в кистях Хейк. И если дома в мастерской я пользуюсь Хейком, то на пленэр беру исключительно вот такие обычные флейцы. Они уже немножко потрепаны, краска потрескалась, но у меня они находятся уже больше 2 лет. И за эти годы вот немножко стерлись. Зато они приобрели форму, они сточились так, как мне нужно, потому что от частой работы по бумаге волос стачивается. И если работать правильно, то кисть приобретает как раз вот правильную конфигурацию. Если мы ее намочим, то получится, что у нее очень хорошая граница, большой пучок, набирает много воды. Это значит, что мы можем работать ею как обычной плоской кистью. Мы можем ее растопырить, и тогда она будет работать как такой мусорный штриховой инструмент, когда нам надо сделать какую-то там фактурной маски. Вот. Также, работая с формированным уголком, можно рисовать очень тонкие детали линейные, такие же, как тонкими лайнерами. То есть на самом деле большая плоская кисть – это универсальный инструмент, которым нужно и можно пользоваться очень широко и универсально. Поскольку я работаю на небольших форматах, то больше 30 номера мне требуется редко, но при форматах больше, чем А3 или выше, уже потребуется, наверное, 50 мм ширина флейца. Помимо таких плоских кистей, также я люблю вот такую плоскую синтетику. Она незаменима как для городских сюжетов, она дает очень четкие границы. Вообще плоские кисти, они в городском пейзаже очень востребованы, потому что ими можно создавать различные такие геометрические мазки, которые будут имитировать окна, какие-то повторяющиеся ритмы в архитектуре, колонны всевозможные, столбы опять же. Точно так же этой плоской кистью можно рисовать торцом, и тогда она образует аккуратную линию. Можно работать короткими мазочками, можно делать широкие заливки. И помимо того, что это декоративная кисточка, она вполне востребована будет в живописи. Из этой же серии, из серии Ороросо, в пенале у меня присутствует
несколько плоских кистей. Я беру по несколько штук одинаковых, потому что я из работы маслом вынес опыт использования нескольких кистей для разных замесов. То есть одна кисть у меня идет, например, на теплые, другая на холодные оттенки. И чередуя их, можно получать сложные заливки. Поэтому одинаковых кисточек оказывается в некотором количестве. Ну, в данном случае сейчас я взял две 12 номера. И одна, это, видимо, у нас 8 и тут не видно какой-нибудь стерлась краска. Ну, это маленький, в общем, номер. Обратите внимание о том, что на то, что для акварели волос у пучка, он всегда немножко удлинен. Это позволяет набирать больше воды. Для акрила, наоборот, немножко укорачивает волос. Для акварели надо именно длинные. И фирма Pinox, она делает некоторые кисти и в укороченном, и в удлиненном виде. Поэтому, покупая в магазине, обращайте на это внимание. А помимо плоской синтетики, у меня присутствует еще и смешанный волос вот такой вот интересной формы. Его я в основном применяю на пленэре, изображая какие-нибудь деревья. Живые какие-то фактуры. Кошачий волос, это кошачий волос, или ее еще называют, но это не орех, бывает. Кисточки, у них название, там, типа кисточки, орех. То есть это как бы имитирует то, что когда она собирается, у нее сначала утолщается пучок, а потом собирается в вершинку. Ну, наверное, кошачий язык — это самое удобное название, самое характеризующее ее. Кисточкой можно работать как лайнером, как фактурной кистью. И практически как большим широким флейцем. То есть можно делать обычные мазки. Изображая живую природу, этой кистью можно показать и листву березы. Сейчас мы это попробуем. То есть можно целую крону изобразить вот таким вот торцеванием. Единственное, надо следить за повторами ритмов. Я об этом постоянно говорю в своих видео, но, наверное, лишним не будет. Вот. И потом, добавив стволы, можно получить березы. Так. Таких кистей у меня для моего формата. То есть размер кисти надо выбирать, исходя из того формата, на котором вы работаете. На пленэре я пишу в основном 19x28, либо, ну, формат четвертинка империальского листа. Это 28x38 сантиметров. И поэтому вот такого размера мне достаточно. Если вы работаете на больших форматах или на меньших, вы должны выбирать кисть под тот размер мазка, который вы хотите получить. Так, дальше. На самом деле самым универсальным является круглая кисточка. И круглых кистей у меня много. То есть это вот уже рекламируемая серия Ora Rosa. Значит, здесь она во французском креплении, но я ее обмотал изолентой для того, чтобы вода не заливалась внутрь обоймы и не размачивала дерево ручки.
Также изолента, она защищает руки от царапаний проволочками, которыми скручена эта обойма. Напоминаю, что французское крепление – это исторический такой феномен, который появился по бедности во Франции. Это так называемая малярная кисть, когда пучок волоса просто брался и засовывался, оборачивался фрагментами гусиного горла и проволочками прикручивался к ручке. То есть в новом виде это выглядит вот таким образом. Теперь, конечно, никакого гусиного горла не используется, да? Иногда брали перо и основание пера его расщепляли. Ну, в общем, задача была получить какую-то пленку, которая обернет волосяной пучок. Теперь гуси не страдают, используется кембрик пластиковый, в него вставляется волосяной пучок, обмотанный в нижней части ниткой. Клея там используется минимальное количество и пучок только для того, чтобы фиксировать пучок. Поэтому французская обойма набирает достаточно много краски внутри обоймы, и поэтому эти кисти нужны для тех, кто делает длинные сложные заливки примерно одного цвета. То есть, например, вам надо сделать сложное небо, обойти контуры деревьев, домов, или вы пишете ну, какой-то пейзаж, которым из большой заливки, из большой кляксы, надо сделать сложные контуры еще какие-то по краям. И тогда эта кисть, она будет очень долго отдавать краску, и при управляемой вершинке вы получите очень точный рисунок. Волос хай-тек, он замечательен тем, что каждый волос уменьшается в диаметре, поэтому пучок образует конус. Не за счет того, что волосы становятся короче в пучке, как в европейском наборе кисти. Вот это европейский набор. И здесь самые длинные волосы находятся в середине пучка и самые короткие по краям. Поэтому пучок имеет какую-то толщину и потом острую вершинку. В серии как она у нас называется-то? Хай-тек, да, акварелла квилл. В серии акварелла квилл это пучок собран таким образом, что все волосы одной длины. То есть это традиционный набор восточной каллиграфической кисти, которая вставлена в европейскую обойму и получается замечательная акварельная кисть. То есть тут сочетание Востока, Запада и современной технологии. То есть я считаю, что это лучшие кисти, которые мне попадались за последнее время. Из синтетики, ну и, наверное, я ими очень часто пользуюсь, по сравнению со всем другим. Вот. Со временем вершинка немножко может затупиться, но в целом кисть, она сохраняет свою работу. Вот этой кисти уже больше 3 лет, там, может быть, 4 года. В новом виде она абсолютно острая. Вот так выглядит этот же волос, но в европейском наборе. Мы видим, что здесь конусность, она получается за счет того, что волосы укорачиваются, когда мы ее увлажняем, эту кисточку. У нас получается острая вершинка, тоже очень управляемый, хороший волос. Что интересно, мне на тестирование Pinox выдал примерно, наверное, больше, чем полгода назад вот такие интересные кисточки. То есть мы видим, что это тот же волос хай-тек в очень лаконичном дизайне. Крашеная обойма металлическая, без всяких перемычек и вальцевания на торце. То есть мы видим, что никаких поясков здесь нет, как на традиционных кисточках. Обойма сама немножко укорочена, а волос набран, ну, практически как все европейские кисточки. То есть это европейский набор волос. Также мне
для тестирования был выдан вот такой интересный образец. Здесь у нас нитридом титана, видимо, покрытая обойма. Тоже никаких поисков нету, зажимающих на ручке обойму. Волос набран как акварелла квилл, то есть как восточная каллиграфическая кисточка. При этом европейская обойма современная и лаконичная. За пальцы ничего не цепляется, как видите, я ничем ее не обматывал, то есть мне ее дали попробовать, и я ее в течение вот этих полугода пользовался довольно беспощадно. Также в таком же дизайне была выдана мне кисточка с имитацией белки. Это у нас японский волос, который имеет волнистую структуру. Кончик у кисточки немножко загнулся, но это для меня не является проблемой, тем более, что я рассказывал уже, как ее выпрямить. На что надо обратить внимание? Основная проблема кистей возникает, когда вы берете кисточку и, намочив ее, у вас капли воды затекают с обратной стороны обоймы, между ручкой и обоймой. Попав внутрь обоймы, вода начинает размачивать дерево. Дерево разбухает и немножко растягивает обойму. После этого дерево подсыхает, сжимается, а обойма остается растянутой. Тем самым получается, что у вас постепенно начинает болтаться кисточка, а ручка размоченная, на ней начинает трескаться краска. Поэтому по всем правилам, когда вы моете кисточку, вы должны ее погружать в банку на глубину половины обоймы. Это очень сложно контролировать, если вы пользуетесь глубокими и высокими сосудами для воды. Поэтому я рекомендую, если вы работаете в домашних условиях, используйте какие-нибудь широкие и неглубокие сосуды, типа банок из-под меда, может быть, какие-то из-под майонеза, ведерки бывают. То есть, какие-то вот пищевой пластик, такие ведерочки, они могут быть не до максимальной высоты наполнены водой. То есть, надо наливать воды ровно столько, чтобы у вас кисточка полностью не погружалась в воду. Этим вы убережете свои кисти от растрескивания краски на ручке. То есть, здесь у меня просто она стерлась. Лак и краска, да, они трескаются от частого намачивания. То есть, надо понимать, что кисть – это расходный материал. Но, тем не менее, аккуратно ею пользуясь, вы можете продлить ей срок службы. Для маленьких деталей у меня находятся две вот такие вот дешевые кисточки. Пока я показываю только серии Пинокса. Это у нас креатив серия. Зеленый волос, синтетика. То есть это обычный нейлон. Без каких-либо особенностей. Алюминиевые обоймы. Кисточки очень дешевые, но тем не менее, ими всегда можно промыть детали. Ими можно нарисовать тонкие какие-то элементы. Вот, то есть кисть недорогая, но при этом очень функциональная. И также лайнер такой вот тоненький. Лайнеров я использую несколько. Вот у меня еще есть серии хай-тек, это корейский волос, да, и обычный нейлон. То есть для каких-то задач, там где надо подлиннее, потоньше, поаккуратнее, я использую хай-тек. Там где нужно беспощадно бывает растопырить кисточку, то я пользуюсь вот этой вот синтетикой серии Креатив. То есть не обязательно покупать самые дорогие кисти. В наборе, как мы видим, они прекрасно соседствуют. Дорогие кисти и самая дешевая ученическая серия. То есть она также точно выполняет свои задачи. Вот еще серия Креатив. Ой, серия Хай-Тек. Это акварелла Квилл.
И вот такая же кисточка, как я вам показывал, на меньшего диаметра. Вот она в сухом виде. Ну, так она выглядит через полгода эксплуатации. Что мы видим? Вершинка в данном случае идеальна. Я уже неоднократно говорил о том, что только синтетикой возможно работать в технике сдвигания цвета, когда вы кистью работаете не только по движению, но и навстречу волосу. То есть вы пучком волоса сдвигаете один цвет и замещаете его другим. За время работы пока ничего не облупилось, форму не потеряла, то есть ведет себя прекрасно. Для тестирования мне еще дали вот такую же версию серии, завоевавшую популярность, это серия Посейдон. Напоминаю, что Посейдон у нас это микс синтетики, имитации белки, смешанной с натуральной белкой. За счет присутствия синтетики кисточка обладает упругостью, за счет присутствия натурального волоса она набирает очень много воды и является такой вот универсальной, базовой и, ну, заслуженно у Пинокса является топовой серией. Хотя мне больше нравится акварел Эквилл. Вот. Но эта кисточка новая, я еще ее сильно не эксплуатировал. Напоминаю, как выглядит традиционный Посейдон, то есть это тот же самый пучок, но вставленный во французскую обойму. В данном случае золотая металлическая, ну не золотая, а желтая металлическая втулка, она, по-моему, очень эстетично. То, что отсутствуют какие-то деления или пояски, делает кисточку очень лаконичной. У нее очень хороший баланс, она хорошо лежит в руке, ни за что не цепляется. В целом, по-моему, вот этот лаконизм, он должен, наверное, понравиться людям. То есть я напоминаю, что кисточка — это совокупность способа набора волоса, это сам источник волоса, натуральный или синтетический, и это некий дизайн, в котором собраны вместе волос, ручка и как покрашены, и какие материалы использованы для ручки. То есть в данном случае использована латунь, хорошо лакированное дерево и очень хороший волос. То есть в целом пучок собирается почти идеально, вершинка очень острая, кисточка очень красивая. Также у меня находится вот такая синтетическая из серии Креатив бордовая синтетика. Она темно-коричневого цвета, с алюминиевой втулкой покрашена. То есть это дешевая кисточка. Но зачем она нужна? Казалось бы, щетина вот такая жесткая, она не должна быть востребована в акварели. Но именно вот такой щетиной мы можем промывать большие аккуратные детали, вводить новый цвет. Я ее использую в качестве замены вот такой вот старой кисти синтетической, которой я раньше промывал детали. Теперь я использую вот такую вот. То есть одна жесткая щетинка или одна жесткая синтетическая кисточка в пенале
может быть очень полезно, потому что вы всегда можете уточнить детали, промыть их. То есть инструмент востребованный, полезный. Напоминаю, это серия креатив, синтетика. У нее матовая ручка, такая бордовая. И алюминиевая втулка, что снижает цену за предмет. Так, две такие вот замечательные кисточки. Этим кистям тоже уже несколько лет. Мы видим, что в пенале они немножко распушились. Но во влажном состоянии они выглядят идеально. Это два лайнера, которые можно назвать саблями. Еще такие кисти называются sword brush или dagger brush, кисть-кинжал. Это синтетика серии Ororosa. Серии Ororosa. Не креатив, это дорогая серия. Значит, здесь очень тонкая синтетика. Она аккуратная, нежная. И при этом такими кистями можно работать, как я уже показывал неоднократно, и как лайнерами. И распушив, можно получать очень интересные фактурные. Сейчас мы на палитре это сделаем. То есть, если вам надо нарисовать сложные какие-то веточки, то очень подойдут вот такие вот кисти. Очень долго краска остается в пучке, поэтому, набрав какой-то объем краски, вы можете рисовать очень большое количество этих штрихов. Поэтому кисточка замечательная. Так, ну и осталось, вот я считаю, что в наборе обязательно должна быть хотя бы одна обычная белка небольшого размера. Она нужна для того, чтобы делать аккуратные мазки. Это у нас не Pinox, тут даже производителей уже не осталось, ну что-то из отечественных производителей белки. Хорошие, нормальные белки тоже бывают нужны. Ну и большая круглая коза. Я надеюсь, что Pinox рано или поздно тоже нас порадует вот такими кистями. Вот. Она тоже бывает полезна, если требуется какие-то фактурные заливки сделать или большого объема, например, залить небо какое-то. Тоже большой объем, легко набирает свет, легко отдает. И коза, в отличие от синтетики, она хорошо собирает краску. То есть, если синтетика вот в таком объеме, она будет больше краски оставлять, подбирать ее тоже можно, но в конце каждого такого движения у вас будет оставаться кляксочка, то коза, она более аккуратно подбирает последнюю вот эту каплю краски, и фактура, например, в небе, она будет более живая, чем написанная синтетикой. Но и синтетика, и коза, они могут присутствовать и должны, наверное, присутствовать в арсенале современных художников. Вот, то есть я поделился сейчас всем своим набором, который я беру на пленэр. Обычно каждую работу я пишу, ну, не больше 10 кистями, да, но в городе чаще востребованы плоские кисти. Вот они, плоские кисти. На природе чаще бывают востребованы натуральные. Кошачий язык. Тут у меня тоже кошачий язык. И круглые, фактурные. И вот у меня еще есть эти кисточки для спецэффектов. Это я брал самые дешевые китайские кисти. И когда они теряли свой
человеческий облик, в этот момент они становились как раз востребованными в качестве фактурных кистей. То есть ими можно делать большие мазки со сложными текстурами. То есть если вам надо нарисовать целое месиво каких-то веток, там, то вот такая кисть, она тоже становится просто незаменимой. Но потом ее обязательно надо подправить аккуратным лайнером. И тогда вот это месиво, оно превращается в пучок каких-то веток или травы. То есть сочетание кистей, которые имеют идеальную форму, и кистей, которые создают хаотические такие мазки, они позволяют получать нам самые разные фактуры и текстуры в живописи. На этом завершу. Спасибо за внимание. Желаю вам творческих успехов и новинок в художественных материалах. То есть они нас всегда радуют.